Тверичанка Полина Телешова в паре с Кириллом Белоруковым примут участие в 23-м Кубке мира по латиноамериканским танцам среди профессионалов. Масштабное танцевальное событие пройдет в главном зале Москвы, Государственном Кремлевском дворце. Полина Телешова, уроженка Вышнего Волочка, добилась значительных результатов на танцевальном поприще. Она неоднократная чемпионка России, финалистка Блэкпула 2019, а также серебряный призер чемпионата Европы текущего года. В этот раз за Кубок мира пара из России будет бороться с 25 сильнейшими дуэтами из 12 стран мира. Соревнования пройдут 19 октября.